На суде гособвинителей Надежды Савченко открыли уголовные дела. Постарались угадать, кто? Украинские правоохранители. Об этом сообщает украинское же издание «Апостроф». По данным журналистов, генпрокуратура незалежно начала производство, поскольку считает приговор в отношении бывшей военной незаконным. Кроме того, под прицел так называемого киевского правосудия попали и российские прокуроры. Их обвиняют в незаконном привлечении Савченко к уголовной ответственности. При этом из виду упускают, что суд признал экс-наводчицу виновной в гибели российских журналистов под Луганском, за что ее приговорили к 22 годам колонии общего режима. При этом в Киеве раздаются голоса с предложениями обменять преступницу. В Москве об этом знают. Решение будет принимать глава государства. Об этом заявил сегодня министр иностранных дел Сергей Лавров. В Госдуме вообще считают, что торг по делу Савченко неуместен. После убийства наших людей мы должны ее вернуть на Украину. Это мы будем поощрять убийство наших граждан. Это недопустимо. Она должна оставаться здесь и все 22 года. И эту тему закрыть, нигде ее не поднимать.